Здравствуйте, товарищи! И добро пожаловать в продолжение космической одиссеи Пасы и Римпопусечка. Здрасте, здрасте. Вот. Мы вернулись на нашу сраную планету. Точнее, две. Вот. Будем сейчас что-то делать тут непристойное. Ты сейчас чем занят? А я пытаюсь вспомнить, чем это все закончилось. И надо мы решили, как только закончится железо, сваливать отсюда. Железо закончилось, я его даже, по-моему, Да, я его полностью разобрал. Погоди, вот. Тут работает только золотая, это самое. Угу. Работает золотая. Золота еще много. И идет медь еще. Я предлагаю дождаться, пока буры закончат, и сваливать. Угу. Угу. А золото, кстати, где идет? А вот туда, где ты тащил кабель. А. Под землей. А, мы же вывод не делали, да? Конвейерный. Не-а. Ну, в общем, короче, тогда я пока разбираю старое золото. Да. Которое мы тащили по конвейерной системе. Это было так прекрасно. И мы сейчас отправимся на планету, которую, по-моему, я метил. Я метил планету. Ты скучал по нашему чудо? Да. Я тоже. Я думал о нем, когда какал. Да, конвейеры так, будут. Так, а метка-то твоя где? Подожди, просто для понимания. Она как-то вообще у меня отображается? А ее, по-моему, нету, она не сохранилась. У нас сохранена метка ледяного острова, а ни ледяного не сохранила почему-то. Я, наверное, только хотел туда полететь. Может, я ее не метил. Ну, в общем, мы это дело проверим. Это все говно. Все нормально будет. Прикольная анимация высасывания деталей. Мне нравится. Так, получается, вот это тоже можно... Подожди, а у нас питание с какого генератора идет? А, с дальнего. Тогда вот этот можно разбирать, да? Буровик, который... Да. Буровил у нас всякое говно вот здесь внизу. Ну, вот смотри, от него же идет питание в пещеру. Не от него. По-моему, от него нет. Не-не-не. Вон, видишь, провод другой. Ты подожди, ты куда смотришь? Я на стрим на твой смотрю, подожди, где ты есть? А, я вот тут. А я бур вот сношу этого, старый, не бур, этого, а печь, да. печь, вот. Ты снес, подожди, ты что-то не то снес. Да я печку вот снес. Нет, ты снес. Я печку снес. У нас тут печка стояла, ты забыл? Подожди, а генератор-то где? А он вон там, вот куда вот провод тут? Идет. Да, ты забыл, что ли, про него? А. Да. И у нас еще вот этот угольный бур, я тогда тоже сношу, он не нужен же уже, да? Да. Все, в жопу бур. В жопу бур! Петрель, привет! Привет. Так, всем отличного забыл, настроения и вечера. Пью. Кью. Спасибо, Петрель. Нам он же пожелал отличного настроения. У тебя хорошее сегодня настроение? У меня отличное настроение. У меня тоже. Единственное, вот неудобно, что наискосок, когда конвейеры пытаешься выделить для сноса, они не выделяются. Mm-hmm. Это очень неудобно. Привет, Римчик. Сто лет тебя не слышал, обнял, приподнял, покружил, поставил. О, Фабик, привет. Взаимно. Что-то ты пропал, но теперь ты вернулся. Или опять на 5 минут? Надеюсь, что не на 5. Ты украл мою плитку. Я ее подержать взял. Подожди, мне надо просто посмотреть на нее. А. Так, здесь я, по-моему, все разобрал. Золотые да, эти. Там уже все, ничего нету. Я пошел проверю медь. Mm-hmm. Она, по-моему, как раз уже закончила работать. И можно ледяную тоже всю сносить. Да, нет, слушай, тут еще есть немножко меди. Подождем тогда. Блин, золото до хрена, вот что обидно. Да золото найдем, не парься вообще. По-моему, как раз тот астероид, куда я целился, там до хера золото. Но я это дело сейчас проверю. Сейчас тут конвейер снесу лишний. Ну, и во проверю. Мне сейчас 400 золота и 165 чего-то еще. Так, сейчас вот какой-то из красных.
Где это не та? Это не та. Какая-то из красных, насколько я помню. Во, нашел. Нас интересует Матхатерия. Я поставил на нее метку, кстати. И там нету золота, кстати. Но зато там есть железо 2700. Опять мало. Твою мать, что-то с железом жопа какая-то. Давай чуть поинтереснее. А нету ничего. Я вот сейчас их прокликал. Есть золото и медь, маленький планетоид. О, вот 2300 железа. Титан, уран. Углерод, уран. Слушай, в обозримом радиусе ни хрена нету. Это единственное, что интересное с железом. Давай полетим туда, если что-то откроется, мы тогда смерим курс. Вот. Да. Разбираю. А что, все, докопалось? Да. Тогда да, разбирай. Я тогда сношу наш док и сношу наш генератор. А ты сноси там буровик. Так, провода забираю туда тоже? Вообще все забирай. И обязательно плитки напольные тоже забери. Надо. Ничего мы тут не оставим. Ксеноморфом. Да, и вот провода будет, конечно, помнишь, я тебе говорил, что ты будешь их разбирать? Да я уже страдаю уже, подожди. Давай я буду с другой стороны идти, чтобы мы страдали вместе. Так, вот я удалил. Идеально. Добрый вечер. Очень рад тебя слышать. Связисток, привет, все. Передай. Парни, ваши коопы великолепны. О, спасибо тебе, француз. Француз передает тебе привет отдельный. Вот прямо передает. Спасибо, спасибо. Круассан пошли еще ему. Я бы съел сейчас круассан. Я бы хотел круассан. Дай мне круассан. У меня есть золотая руда. Ты можешь нормально погрызть ее с кофейком. О, это то, что так, я хочу. Так, а куда тебе ее? Куда тебе ее? Сейчас, подожди, тут еще у нас куча руды. Тоже плавится все. Ох, нихера там руды, там косарь 100. Да. Уже. Еще вот чуть-чуть меди. Ужас какой, какой кошмар. У нас есть дерево? Ты расхерачил дерево? Я, да. Нахера нам дерево? Я не знаю, что с ним. Но оно мешало мне, я поэтому решил. Короче, сейчас пока лететь будем, надо площадь увеличивать нашего этого. Летающей нашей херни. Я думаю. Потому что вот эти вот два предприятия, которые мы поставили в конце, которые автоматизируют производство всяких там плиток и проводов, их надо тоже подключить в систему. Наверное. Сейчас так, тут медь я доковыряют не вижу, и поедем. Там один кусочек остался. Метка-то где? Метка внизу. Она ниже, если посмотреть на с нашего корабля на этот ледяной, то она ниже вправо. Скажи, что у тебя там же, я тебя прошу. Пожалуйста. Подожди, если с корабля она... У меня нет метки вообще. Ну и ладно, тогда насрать, я тебе покажу где. Встану, а и опять оно появится. Что за планетоид? Он там вот прям вот там. Так вот туда мы и направляемся. Или нет? Потому что там вообще ничего нет. Тот, что нас интересует, он далековато находится. В принципе, мы можем уже отчаливать. Мы отцепим ледяной по пути, я думаю. Где движки, не помнишь? Так, давай только по одному. О, подожди, они у нас через жопу установлены. Да, их надо сейчас переделать. Че, я ничего не делал. Сохраняться? У меня все опускается вниз. Ты меня не пугай, я ничего не нажимал. Так, сейчас я их тут, короче, снесу. И переставлю куда-нибудь. Ты не видел еще один двигатель? Я куда-то его потерял. А, вот он, все, нашел. Черт, эти двигатели. Хер найдешь. Да, какие-то они у тебя маленькие, потому что... Ну, у тебя вообще нет. У меня вообще нет. Я повелитель двигателей. Че по технологиям-то? Я много чего потерял-то в своей жизни? Нет, смотри-ка, все осталось. Ну так все нормально же было.
Так, я подключаю двигатели, но я пока их не запускаю, наверное. И кнопку скопировать тоже не нажимаю. Слушай, они написали, что пофиксили. Давай проверим. Сейчас я... Давай. Сейчас я их подключу. А что-то я их подключить-то уже не могу. А, во. Так, сохраняю. На всякий случай. Сохранил. Давай ты, короче, давай. Делай так, нам ускорение вперед и вниз. Я метки не вижу, поэтому давай ты. Ладно, давай я. Значит, вот сюда 100% копирую. Ты со мной? Я с тобой. Да ладно. Да я тебе вообще нормально. О, слушай, заработало, получается. Да? Ну да. Это ж прекрасно. Видал, с какой мы скоростью свалились? Нормально. И везем с собой это говно. Они, кстати, пофиксили. Ты только предупреди, если будешь его отваливать. Да, я предупрежу. А я его сейчас буду, кстати. Я разбираю генератор, провода. Сейчас буду. Ты пока... Я нашел какую-то странную руду. А, это уран. А мы, кстати, добыли какое-то количество урана, но мы его пока не можем даже перемолоть. А когда мы его бахнем уже, ну? Так надо движки открыть. Эти ядерные генераторы. Они нужны нам, понимаешь? Ты хочешь ядерные генераторы? Да. Я тоже. Не, я просто вижу вот там большой планетоид. Вот там вот мы куда мы летим? Куда летим? Мы летим сейчас вниз и вправо, насколько я помню. Ну, там и есть. Ну вот, значит, ты его видишь. Только я его пометил, а ты почему-то метку не видишь. Так, ты готов? Я отключаю зиму. Давай. О, подождите меня. Как же я-то... О, все, я тут. А все, давай. Ой, слушай, по-моему, я обоганул. Меня сносит. Да. Я не могу... На X отожми, заземлись или там... Не могу я. Делать. Меня не заземляет с нашей платформой. У меня было, оно сейчас, подожди, пройдет. О, черт. Когда? Я не могу даже дойти до двигателей. Тормознуть их? Останови их. Так. О, все, кажись, я заземлился. Давай, поехали тогда. Сбились. Нет, слушай, я все еще плаваю в космосе. Твою мать. Что за говно? Может, мне надо попробовать? Давай я... Нет, слушай, я уезжаю. Пока. Все, пока. Подожди, прощай. Ты куда собрался? Мне не догнать. Я не могу догнать его. Шифтуй. Подожди, сейчас я выключу его. Что за херня-то? Подожди. Так, давай потыкаем док. Давай я попробую, не знаю, что-то построить здесь. Теперь снести. Что-то они починили одно, сломали другое. Давай. О, я здесь. Все, меня не сносит. Слава яйцам. Все, опускаемся. Черт. Ну и как теперь быть? Это будет очень напряженно, мне кажется. А ты ту метку старую как... Я ее удалил. Удалил? Угу. Ну вот она у меня до сих пор есть. Все а нормально. Нет. Ну и класс. Удали ее на карте. Так, это не те плиты, которые мы ищем. Я хочу другие плиты. Так, это были, насколько я помню, вот эти. Давай. Опачки. О, какая красота. На карте нет меток. В смысле? Почему? Ну, впрямую. У меня на карте нет меток. Ну, значит, пошла в жопу карта, получается. Да. Да. В общем, не парься, я знаю, куда мы направляемся. Все будет нормально. Я так 100 раз делал. Так, пол. Какой я там пол вставлял? Вот это что за пол? Он мне нравится. Это был что за пол? Ты не помнишь? Нет. Пол серометалл, может, это был? Да, это был он. Я пытаюсь делать красиво, понимаешь? Я вот... Ну, как рояль получается. Вот, нормально, лак, нормально. Лак. Подожди, я не понял. Это шутка? А, это из утиля лезет, все. Я думал, я внезапно сделал себе бесконечные плиты, пластины. Но нет. Получается, нет.
Надо сделать их еще больше пластин. Херли, ты не работаешь? А че она не работает? Паса? А, кто? В смысле, подожди, а че у нее с энергией? Я не... О, у нас тут разрыв. Как так вышло? Я что-то случайно снес, короче. Мой косяк. На круассан. О, спасибо, француз, спасибо. Круассан — это прекрасно. Так, вот это нам не надо. Вот. Что там еще? Вот это тоже нам не надо. Это у нас для водички подача, поэтому это не сносим. О, мы почти уже сравнялись. Можно прямо и вправо лететь. А, ну вот, да, я его вижу. Вот, мы туда идем. Это он и есть. Угу. Я буду первым. Ты будешь первым. Глянь сразу, где золото. Можешь начинать там строить, кстати. Я пока прилечу, пристыкуюсь, там вот это все сделаю. Здорово, Миш. Всем привет, товарищи. Не-не, я провода поверху оставлю. Они мне нравятся, когда они поверху. У меня дома так. А ты точно знаешь, куда, что мы сюда, да? Да, это точно оно. Ты там как раз шаришься. Да так он маленький, пипец просто. Да ладно. Вообще. Блин, говно. Там где-то есть железо. Так. Найди железо. Я ищу. 2700 должно быть. А, 1100? А, два месторождения, да? Так это может их и 5 быть таких. Да, ну вот, смотри, 729. Вот говно. 915. Так, я пока посмотрю на карте, что происходит. Может, у нас там что новое открылось. Так, вот мы к нему, короче, приближаемся. Это мы уже First Station. Что? Так, как строить, напомни, пожалуйста. А что ты хочешь построить? Ну, эту бур поставить по железу. Так F2 и 6, по-моему. А, ёп, верный, да, да. Забыл уже все. Вообще. Добрый вечер, мой первый донат. Подскажите, где можно посмотреть прохождение игры Алины Салатион? О, Маргошка, привет. Слушай, если на Трово нет, то, к сожалению, нигде, потому что у меня исходники закосячились, когда я вирус ловил. Поэтому вот, увы, его уже не посмотреть, наверное, нигде, к сожалению. Я расстроен, я тебе скажу, не меньше твоего, потому что там такие классные коры были, когда этот ублюдок за мной бегал, это было прекрасно. Очень жаль, что все закосячилось. Да. Рим, у меня теперь тоже появилась пушистая мурчащая жипка. Это прелесть. О, Петрель, я тебя поздравляю. В Дискорд в картинке фотку давай, скидывай. У Петреля появилось что-то мурчащее и пушистое. Паша, как тебе такая информация? Понимаю. Овечка, представь, если у него овечка. Так, а уголь-то здесь есть, нету? Угля у нас вроде бы нормально. А, подожди, угля, по-моему, там, кстати, нет. Боже, о, кто делает карту, пусть идет в жепу. Да, там есть углерод. 17 тысяч. С углем мне проблем. Надо, чтобы печку запустить. Не будет с углем проблем. Угольная руда. Сейчас будет. Давай. Пока ни одного этого планетоида не появляется. Это очень странно. Мне кажется, давай-ка мы его сейчас зацепим, да полетим вперед, потому что это какое-то говно. Давай. Цепляй говно, полетели. Да. Ты мне там этот поставишь? А, стыковочный. Слушай, если у меня есть глянь, ресурсы, да, я же не он снимал. На F4 пятерка. Ща. Я запущу. Угу. Уголь. Так. А он работает, нет вообще? Еще мы, кстати, можем все упороться по автоматическим сборщикам, которые будут засасывать маленькие астероиды и запихивать их прямо в печку. Класс. Класс. А где тебе его... Со стороны подхода корабля нужно.
А тут места говно. Ну ладно, я попробую. Если у тебя ресики есть. Если нету ресиков, не парься, я сейчас сам сделал. Он у меня в утиле лежит. Так, F4 и... Пятерка. Такой большой, стыковочный. Mm-mm. Все, давай я сам сделаю, не парься вообще. Подведи только туда конвейеры с рудой. Какой рудой? Ну, железный. Блин. А может быть, нет? Почему? Не знаю, может, руками их забирать. Да это круто, это же автоматизация, твою мать, ты чё? Не будь какашкой. Ладно, ладно, сейчас. Я сейчас приду тебе помогать. Так. Все, встаю. Движки отключаются. Контролевали. Сейчас мы это говно поставим. Стыкуюсь. О, ты фундаментальную науку добыл. Ну какой ты классный. Я такой, спасибо. Да. Так, все. Я готов получить... О, какой он красивый, слушай. Уиу. Мне нравится это... Дерьмо. А это что такое? Камень. Это ты сейчас что добываешь? Уже железо? Да. А энергия... А, ясно. Фото уже в Дисе, одержимые. А вы супер, всем плюс к карме. Спасибо, Петрель, спасибо огромное тебе. Я гляну после стрима обязательно. А ресурсиков-то нет. Сейчас я доделаю. А это на круассан для Паши. Надо пока по углю заморочиться, по углю. Пойду добуду. А у нас... О, Француз тебе на круассанчик скинул. О, я бы съел, конечно. И я. А ты бы хорошо съел? Прям ртом. О. Чертов камень. Ой, простите. О, ты заметил, когда здесь землю восстанавливаешь, она выглядит темной? Так, это у нас что? О. Здесь нужно железо подключить. Вот, железо поедет туда. Его опять же надо вы. О, подождите, что-то я тут нахерачил говно какое-то. По-моему, у меня железный конверт и не этот был. Ну-ка, удались. Сейчас поправим все. Так, это был угольный, правильно? Да. Угольный сюда. Тут все настроено. Вот железо я поставлял. Так, здесь надо тоже отменить вот это говно. Наверное, подожди, а земля нахера? А, земля прямо, правильно. Все остальное налево. И лед, собственно, тоже прямо. Здесь он перебросится, и уголь поедет сюда. Короче, ко второму его надо подключать. Вот сюда. И здесь будет железо. А где он? А, вон едет. Что у тебя там с углем? Будем делать автоматическую поставку угля? Я сделал. Почти. Домой будем его отправлять? Уголь? Угу. У нас просто там готовая херня есть на печке. Я могу пока конвейером заморочиться. Ты не против? Давай, а я сейчас сделаю. Давай. Поехали. Оу! А, это была граница, ясно. Ясно, понятно. Спускаемся. Слушай, а мы уголь в печку-то будем поставлять в твою или домой прям все?
Ну вообще, я хотел в печку его. А мы сейчас там это, логикой печки дадим пожрать. Да не, я пока так поковыряю. А ну я все равно сделаю. Логика. Мне нравится логика, понимаешь? Так, нам нужен вот такая штука. Вот. И мы будем, знаешь, отправлять сюда 0. 0, твою мать. А домой пускай едет 5. А... Фаза. Что? Туда 0, сюда фаза. Нет, подожди, это твое. Вот это вот твое. Связистовское вот это. Нет. Да. Это не мое. Это нет. Электрическое такое. Это твое. Ты же тоже с проводами. Связь же по проводам идет. Mm-hmm. Это электричество тоже по проводам. Значит, ты проводной. Они чертовски похожи, да. Вот. Значит, я разбираюсь в электричестве. Все, уголь есть в печку. Сделал уголь в твою печку. Спасибо, спасибо. А я тоже сделал уголь. Так, железо идет, железо плавится. Дратуйте, товарищи Космо, рафтеры, астрогал, драшееры, хорошего, стрии и мчанского. Как настроение? Паши отдельный, пламенный себе едет. Социопат передает тебе пламенный привет. Вот, и он говорит, что мы астрогал, драшеры, Космо, рафтеры. Да. Ну, если тебе просто интересно. Я запускаю движки. Сохраняю. Какие? Блин, сейчас. Мы же летим. Давай. Мы пока не летим. Я вот сейчас собираюсь это сделать на всякий случай. Просто впереди... А, вот вперед. Все, летим, короче. У тебя нормально все там? У меня отлично все просто. Ну слушай, и правда пофиксили, получается? В общем, мы летим. И что-то мне подсказывает, что планетоид мы следующий будем мордой цеплять этого планетоида. Титанчик есть. Все прям есть, ты глянь-ка. Но там нихера нет. Ой, слушай, а ты видишь то же, что вижу я? Какие-то фиолетовые образования, типа газа? Где? А вот перед нами. И мы как будто бы сквозь них летим. Воу. Красиво. Ну, короче, нет. Ладно, я понял. Так, а у тебя нет случайно этих самых, ну, чтобы конвейер делать? Есть. Или мне забрать? Есть. Тебе сколько надо? Ну, дай много. Дай давай много. Сейчас в чемодан в наш обменник положу сейчас. 235. О, спасибо. У меня столько же осталось. Я тебе все положил. Че, не положилось? Положилось. А, ну все тогда. А что надо еще? А ты что хочешь? Провода тебе нужны еще. Давай я пока поставлю их крафтиться. Не, погоди, провода у меня есть. Все, не надо. Слушай, ну у нас куча меди. Давай ее на провода нахер. Все, давай. Давай, пока. Пойду смотреть, что у нас с исследованиями, куда мы будем дальше целиться. Так, фундаменты, солнечная энергия, ангар, вертикальные конструкции. Нам нужны лестницы, да? Но это фундамент. И обучение экологии. Короче, весь ряд берем. Все, сверху вниз, поехали. А, в жопу я поехал, фундаменты первые. Где наша исследовательская херовина? Я что, ее удалил? А, нет. Напугался я сильно. О, у меня медь еще в кармане. Это так быть не должно. Так, с железом говно. Вообще нету железа у меня. Я все потратил на исследование. Ты там второе месторождение нашел железное? Да, я уже... Да. О. Ты его к этому конвейеру хочешь подрубить? Да, уже. О, класс. Тебе помочь с проводами? Да пока вроде бы они есть. Ладно, я просто предложил. Спасибо тебе, спасибо. Да, я всегда готов, если что, все как сделать. Этого... О. Поехало.
Отлично. С железом у нас проблемы на время... О, появился планетоид. Нет, не появился. Да, сука, бесит меня. Не, появился. Слушай, есть планетоид, углерод, титан, уран. Говно. Говно, получается. Так, мы летим вот сюда. Впереди ни хера нет пока. Вот один мелкий появился, и все. Дерьмо. О, у нас эффективность 78%. Слушай, нам надо... Нам надо что-то может, с генераторами решать. М? Двигуны может тушить. Не, ну мы, нам же надо лететь. Я просто думаю, что нам надо... Добрый вечер. А в ближайшее время дни, недели, месяца, годы не намечается. Случаем. Ничего старкрафтерского. О, КВЧ. Слушай, я бы с радостью поиграл. Можно либо... Ну, как-нибудь вечерком мы обязательно поиграем. Я прям, да, я соскучаю по нему, понимаешь? По Старкрафту вот поэтому, мать его. Так, я, короче, прикручиваю еще один гейнер. А то у нас что-то с энергией какая-то... Какое-то говно. Ты понимаешь? Говно. Вот. Чтобы его правильно разделить, мне потребуется вот эта штука. Вот сюда. И значит, сюда 0, сюда 1, туда 1. Это на 50%. Здесь надо налево отправлять 2. Вот. Таким образом, мы будем всех кормить одинаково. Дай половину. Ой, куда? У меня аж... О, боже мой. Так, а у тебя сколько осталось? На, пожри. Так, я подключил эту самую, вторую, четвертую печь. Угу. И сейчас посмотрю, какой выхлоп из нее. На движках. Все, эффективность 100%. У нас отлично все. Мы летим на всех парах. Дайте слитков, пожалуйста. Тебе каких? А мне каких-нибудь набуры. Что там надо? А вон возьми в этом, в плавильне. Там и медь есть, и железо. Бери все прям. И золото бери. Да, медь и железо, да. И золото бери. А у нас на этом планетоиде медь есть, кстати? Кто? Медь. Медь? 13 тысяч. Тыш. Я вот не знаю, просто нам надо столько меди? У меня просто в инвентаре еще 800 меди есть. Понимаешь? 800 меди есть. Сейчас я подумаю. Я думаю, я часто привет, это делаю. Привет, космограждане. А у колонистов какие профессии есть? Вы учите одного наших тран. А, нет, нет, подожди. Нет, там вроде есть шахтер, кстати, Руслан. Скорее всего, да, спасибо тебе. Я просто думаю... Я думаю... Да ёп... Этой игре не хватает погоди, панели а управления, чтобы не включать и выключать этого. Всякое, в том числе для двигатели. Этого. Чё, Паша, еще раз скажи. Для бура какие слитки железа и... И медь. Какие-то... Нет. А по другого нету. А вот есть. Да как же. Вот, наверное... Подожди, я сейчас я посмотрю, просто. Сейчас пол сделаю. А, сейчас. Все, не, все нормально, я дурак, я взял золото. А, ну да, получается дурак. Mm-hmm. Да. Так обидно. Ну нет, вообще что нормально. Дурак никогда не скажешь, что он дурак, значит, ты не дурак, понимаешь? Так, это что такое за говно? А, это то же самое. Подожди, мы как будто бы летим, сука, в другую сторону. Какого? Я не понимаю наше направление. Что за срань? А, нет. Я понимаю. Не, я не понимаю, в жопу его. Так. Фабик, есть система управления двигателями. Она попозже открывается. Я тебе сейчас даже покажу. Вот, она где-то вот здесь была. И тут прям будет консоль управления. Вот компьютеры, навигация. Вот, дает панель управления. Для дистанционного управления всеми двигателями и поиска оптимального направления полета. Короче, я так понимаю, что точку поставил на планетоиде, и она сама туда поедет. И может даже сама остановится. Да. Ладно, короче, фундаменты выучили, солнечную энергию выучили, ангар. Учим. Учим ангар. Риму, на свежую, ароматную. Булочку с маком. Паше,
кудрявую, мягкую, бю-бю-бю. Спасибо, Сахатыч. Сахатыч хочет, чтобы у меня была булочка с маком, а у тебя мягкая бебешка. Ну, с маком? Ну, я не знаю. Нет, мак у меня, подожди. У тебя бебешка. С повидлом, значит. Бебешка с повидлом. О, поменяемся? Я могу отдать тебе повидло. Нет, я хочу бебешку. Ну, ты сейчас обрадуешься. Я нашел 2200 руды. Железные? Медные. Медные. И она, как ты любишь, закопана нахрен где-то в центре этого всего. Да, я вижу, да. Но я уже нифига там. Это которая 200? Ты про нее? Или да, 2300? Да, да, да. Нет, 220 или 200, что-то такое вот. Ну, слушай, можно еще, я просто тут смотрю. Можно вот отсюда медь выковырить. Вот куда ты летишь сейчас, перед тобой. Да, смотри. Вот здесь, да. Здесь удобно. 2200. Так, а алюминий, титан, он как бы не нужен, да? Он нужен, но мы пока не умеем им пользоваться. Ну и ладно. О, впереди какой-то планетоид, прям по курсу, выше нас. О, подожди. Вот, это он, да? Залежи железа 300, залежи меди 600, залежи золота 1500. Слушай, это наша цель, короче. Это говно какое-то. Ну давай. Нет, туда, конечно. Ну там у нас с железом говно. У нас, да. Все, целюсь туда. Подключать тогда будем через морду планеты нашей, вот нынешней, да? А так можно? Можно. Да? Мы можем вообще собрать целую планету из этих кусков. Из этих кусков говна? Да. Планета из говна, как тебе такое, Илон Маск? Это тебе не Твиттер покупать. Как думаешь, у нас разбанят в России Твиттер теперь, когда Илон Маск им владеет? Я об этом думал, честно. А ты будешь пользоваться Твиттером, если его разбанят? Ну, я думаю, да. Я продолжу им пользоваться. А ты пользовался до этого? Писал что-то туда? Не, не писал. Я был подписан на... А, читал. В том числе и на Маска. Ну, на Маска я тоже в Твиттере подписан был. Мой первый этот... Ну, ты понял. Он мой первый. Твой первый? Угу. Рим, надо срочно изучать скафандры для коровок и бебешек, блин. Подожди, а как бебешка в скафандре будет щипать космотраву? На Рогозина, а? Ну, я был в цирке вообще, конечно, но у нас в Твиттере не очень клоуны прикольные. А он прикольный, да. Ну, такой. Слушай, тебе придется побыть навигатором, чтобы я не воткнулся в этот планетоид. Давай, отлично, я как раз его не вижу нихера, давай. Нормально. Вижу, все, вижу. Прям нашел. На него идем. Прям на него идем. Все, огонь, значит, ты видишь. В скафандре социопат предлагает нам изучить для коровок и бебешек, но он не понимает, как будет бебешка щипать космотраву. Вот. Но это же космо-бебешка, у нее есть космо-щипало на лице, и она и щиплет. Скажи, когда перестать восхождение, потому что он уже пропадает. Ну, нет, еще, давай. Даю. Он никуда не пропадает. О, вот кислород у меня пропадает. Скажи, когда остановиться? Вверх ехать. Я понял, едь пока. Правда? Он уже вниз уходит? Да. Нет, он никуда не уходит. Так, я останавливаюсь. Да нет же. Я... Ну, я иду, в смысле, на него, я не иду вверх. Ну, давай. Выше брать? Да, ну, давай, ты сейчас убедишься, что я не врал. Ну, хорошо, тебя. Я беру выше. Нет, не бери выше. Вот едь так. Все, еду так. Ты пройдешь под ним. У меня, короче, есть... Нет, пока еще не было вылетов. Тьфу, нахрен, лучше не говори вслух, я вот даже аж сохранюсь. Пока ни одного вылета не было. Вот мы уже 40 минут в сети, и пока все отлично. Короче, у меня есть эксперимент, я придумал эксперимент. Что если добавить двигатели-генератор на планетоид и включить их?
Он улетит? А ты пробовал вообще, нет? Нет, я вот только что придумал эту херню. А давай запустим его куда-нибудь в космос, да? Давай. Надо только выкопать здесь будет. Я сейчас посмотрю. Да, замкнуть угольную печку на себя с буром, чтобы она как бы долго работала. И полетит. Я сразу что-то вспомнил этот... как он? Скажи, я скажу. «Звездный десант». Господи, ты опять какое-то говно у нас выбрал на маршруте. Ну, потому что там было железо. Так, ну с железом... Там 300 железа. Ты там меня навигируешь? А я уже на нем, подожди. Я понял, что ты найдем. Тут железо хер да маленько. Они такими пятнашечками маленькими. Да? Вот дерьмо. Найди полное. Самое большое, высосим его и поедем дальше. Самое большое пока что это вот... Ты был прав, надо было 1700. Ниже. 1700. Ну вот его и высосим. Подожди, надо было ниже. Я беру ниже. Так, норм? Ну ты давай, да, давай. Ты скажи, когда тормознуть. Ну он как, быстро тормозит, нет? Да, моментально. Я держу уже кнопку на пульсе. Метров 100 осталось до него, понял, да? Понял? Да, уже чуть-чуть, прям малый вперед. Малый вперед? И выше бери. Взял? Ну, так вот. Останавливать? Нет, он еще не уперся. Не, упираться не надо, надо метров 50. Все, останавливай, да. Все, останавливаю. Как раз прямо вот 50, ага. Угу, все, огонь. Пойдем подключим это дерьмо. Господи, о, кирку-то как включить? Ты прям сильно близко подъехал так к нему. Это ты подъехал, а я попросил остановиться тебя. Ну, ты поздно это сделал. Вот давай с этого выступа, может быть, тогда, нет? О, подожди, у меня закончились пластины сейчас. Давай я чуть отлечу назад как раз заодно. Да вот, я сейчас расчищу. Они не состыкуются, слишком близко. А я не смогу назад отлететь. О, надо движки переставлять. Короче, это надеюсь, состыкуются. Давай я тот состыкуем. Да, вдруг получится. Так. Короче, ставлю стыковочный порт. Я поставил. Теперь на нем. Где тут мой? Вот здесь можно. О, господи, какое ублюдское место, слушай. И оно давай сюда... вот это камень, давай вот этот я снесу. Давай снеси его, да, давай. И попробуем. Нам надо ровную площадку, понимаешь? Сейчас я сделаю площадку ровную. Она пока только вот сюда может присасываться, вот тут, короче. Да подожди, сейчас. Во, ну-ка подожди. Во, я могу поставить, ставлю. Стыкую. Пошло. Я тебе не там расчищал, вообще-то. А, ну, оно и здесь сработало. Вот, смотри, как классно. У нас теперь, ну, в общем, у нас все классно. Двухкомнатная планетка такая. Так, мне надо ее подрасчистить. Что-то конвейер-то немножко в земле оказался. Че, запускай там производство, я пока это все доведу до истерики. Единственная проблема, нужно будет генератор там тоже строить. Вот это прям сильно бесит меня. Нужна какая-то система, чтобы передавать энергию с корабля. Было бы очень удобно. Так. Че, где копать будем? Ох ты ж, ёп. Это такой же, как тот был. С неудобной логистикой. Да. Ты где железо-то нашел? Да вот здесь прям, вот 1100. Ну, вижу. И там рядом еще 300. 1700 тут. Ты говорил 3 с чем-то. Ну, если все сложить, я так понимаю, будет 3. Да, ну. Так, ладно, я пока конвейером займусь, чтобы через этот протащить его. Протащить его сюда.
И сюда. И вот сюда. Нужно больше железа. Ой, подожди, это я его что, к углю подключил? О, какой я молодец. Я молодец. А ниже-то пролезем? Лучше выше, короче, тогда точно пролезем. Все, подключено. А, теперь надо от бура сюда подвести, и будет вообще огонь. Так, бур что у нас? 6, да? F2, 6. Угу. Знаешь, что здесь не хватает? Ракетницы, чтобы можно было этот астероид херачить из ракеты и не париться. Да? А ты сделаешь эту? Да, ракетницу, да. Кого сделать? А кого-нибудь, печку какую-нибудь, например. Или я сделаю печку. Хочешь, сделай печку. Я могу туда угля печку запихать, потому что у меня его в инвентаре около 5 хатки. Так. Ой, говно. Так, все, конвейер подрубил. Че, уголь куда сувать? Ну вот сюда. Сую. Засуну прям 200 сразу. А что там железная руда делает? Где? В печке была. Я ее забрал. В какой печке? Подожди, где вот, печку видишь? Вот печь. Ну, в смысле, этот генератор. Да. Это была моя руда, значит, я ошибся. О. Привет. Ну, на планетоидах поставь купол, ну, генератор кислорода, а то Паша задохнется. Так, золото мало. А, Терен, я полностью разделяю твое стремление, но он, к сожалению, работать не будет. Он работает только когда есть еще... Вот эта система, вот эта, которая раздает этот кислород. Терен предложил поставить тебе раздатчик кислорода, но я не буду ставить тебе. Прости. Ну, Терен, просто так это не работает. Он меня не любит и не будет ставить раздатчик кислорода. Но надо... Ради меня. Вот, поэтому... Кстати, ой. Ой, я, по-моему, тут обосрался с направлением, кстати. Да, кислород на базе. Просто постой на базе. На базе. Я чуть не сдох. А зачем? А могу себе позволить, знаешь ли. Нормально дает тебе кислород? Я могу упороться, поставить туда систему. Нет. Но мы воду оттуда увезти уже не сможем. Все, не надо. Какую воду? Подожди, откуда ты хочешь воду? Ну, кислород генерится из воды. Там стоят баки с водой. И генерятся кислородные вот эти коробки. Вот, и коробки разделяют, вернее, это, всасывают в тебя вот внутри этого гребаного купола, понимаешь? Не надо всасывать в меня, что началось вот сразу? Я не такой, как ты если, думаешь. И если я сделаю эту систему, мы потеряем всю воду, которая будет там стоять. Understood? Нет, я все-таки скажу, я на первом свидании не всасываю, поэтому не надо вот. Ну так это уж не первое. Это какой-то планетоид получается. Да, это не первый планетоид, который надо всасывать. Mm-hmm. Я увеличил наш купол, и выглядит это отвратительно. Это выглядит как жопа. О, неплохо. Да. Жопа же ж. У нас там просто есть мертвая зона на плоту. Да иди ты в жопу! Че ты докопался до меня, лед? Слушай, а тут льда нету ведь, да? Тут, по-моему, нет. Я пойду проверю. Есть ли у нас лед в системе вообще? Ой, да у нас льда нет, зато херва гора воды. Воду можно теребонькать. Прям брать вот так и теребонькать. Ой, да нет, даже тратить не буду, пускай останется. У нас, короче, 600 воды единиц. Я не знаю, это литры или не литры. Но, в общем, она есть. А это что за говно? Ты рядом видел писюлечку с железом? Где? Вот где я стою. Видишь, где я стою? Я не вижу, где ты стоишь. Ну, в общем, если прям по курсу смотреть, чуть выше есть писюля с золотом. С железом.
А, ни хрена ты куда? Да, прикинь, смотри какая, пупусечка. И тут железо. Сколько тут? Да немного. 500. Ой, давай мы это самое, рот мотать, вот это все. Нет, вот мы сейчас давай здесь. Не будем. Просто я второй бур поставил. Ну, в общем, ладно, да, в жопу не будем отвлекаться от этого говна. Нет, это выглядит как титьки. Я все ждал, кто это увидит. Француз видит в этом титьки. В чем? Ну, вот в наших куполах. Вот и в этих. Титьки, получается, он видит. Да. Нет, если сверху смотреть, то... Да, это похоже немножко... И это похоже на два глаза, кстати. Почему титьки? Ну, в общем, ладно. В любом случае, пришло время прерваться, прежде чем мы отправимся дальше по галактике искать новые... А я вот нашел уже. О! Ну, в общем... А уголь-то где взять мне? Чирык. А я могу откуда-нибудь взять уголь, например, вот отсюда? Бери из бура. В общем, да, пришло время. Как все. Его поделить? Все угомонить. Нет, нет. Все, руки от угля прочь. Я взял, все, пока. Беда. Я даю папу, будем покушечки.